иди нахуй, я не хочу на тебя играть, блядь. Нищая хуйня. Думаю. Карта есть, ребята. Нужна кому карта? Не надо, блядь. Челленджи может только два героя использовать, да. Только два героя. Больше юзать нельзя. Чел реально бразу делает передо мной. Хотя нет, он правильно все делает. Как бы не во мне дело. О май гад, он признал, что... Блядь. Неприятно этот су-шеф, блин. Хорош. 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 Главное не луз. Главное не луз. Но это походу бесты, ребят. Очень похоже на бестов здесь. Почему-то стак. Надо найти, знаете, что надо? Найти дракона, который активирует Battle Cry, блядь. И можно, блядь, будет делать бесконечное золото. И посол, блядь. Такое ощущение, что на новом патче баланса нет. Дружище, я тебе открою секрет, но в любых играх Blizzard хуесосов нету баланса. Любых. И в любом патче. Меня поддержат абсолютно все, блядь, воверы, абсолютно все варкрафтеры, блядь, все харстоунеры и немножечко овервочеры. Немножечко совсем. Вот так вот. Вот так вот, блядь. Чуть-чуть совсем поддержат и все. Ой, блядь, тычка такая сейчас. Так. Пошел, блядь. Комбинация, если что. Береги себя, существо. Ой, блядь. А это работает, интересно, чат, или что? Или ничего? Блядь, это же работать должно, нет? Блядь, минус карта, минус карта, минус карта, попуга, обилка, карта, карта, блядь. Это же должно работать, нет? Бля, го тестить, чуваки, надо тестить. Ну, нужно тестить, очевидно. Тестить, ребят, нужно, по факту. Я думаю, что собачка отходит, блядь. Давай тестить, пробуем. Хули делать. Тестим, ребята, тестим. Удачи. Смотрим. Battle Cry, вы можете снова использовать обилку героя. Let's go! На нищих движениях, блядь. Яйцо не позолотил. Сача, блядь, невезение. Еба! Эшкере! Ебать! Прикинь, работает, блядь. Оно работает, нахуй! Блядь, оно really work. Оно really work, чел. Really work, блядь. Едем, нет, бля. Едем, пиздец. Едем жестко. Сейчас дракона на активацию найду. Обилки, бля, едем. Обилка 7. Ебать, едем, блядь. Еще тут эту хуйню позолотить сейчас. Два краби есть, ребят, два краби есть. Что делаем? Два краби есть. Ну это две шестерки, 666, блядь. Все, поехали, едем, блядь. Змеиные глазки вообще просто пиздец, какая брокен хуйня. Панду сделать золотой. Панду сделать золотой, чтобы она давала мне просто овер дохуя золота. Либо все-таки две шестерки. Но две шестерки мне больше нравится. Хотя панда, конечно, ебанутая карта. Может быть, сейчас кракозябру найду. Будет дота грязная. Но кракозябру не нашел. Дали вот эту карту. Колесгаса дали, блядь, с хуевой тучи голды. Что делаем? Я 7-7 точно беру. Не знаю, что насчет Колесгаса. Ну, Колесгас это вектор или нет? Элемы есть.
Брана найти под Калесгаса и просто дохуя голды крутить. Ну, давай пробовать делать. А что делать ты еще? А что делать? Да ничего не делать, а все. Вот и все, долбоебы, вот и все. Вот и все, долбоебы, вот и все. Вот и все, долбоебы! Вот и все. Поставлю так, чтобы если был клиф, то он ударил, возможно, направо. Вот и все, долбоебы. Вот и все. Калесгас есть, думаем. Бля, клиф есть, попугу не трогает. Сын, блядь. Ебаных вагонов, блядь! Мать ебал просто, блядь. Мать ебал просто, нахуй. Вагон, блядь, скидывал в ГТРП на его мать, нахуй. Просто вагон на нее скидывал, блядь. Пиздец. Какое же невезение, нахуй. Просто не подвластно моим силам невезение, блядь. Просто на мать вагон скидывал. И сценку разыгрывали такую просто. Типа я врач, блядь, и мне нужно было разыграть такую сценку. Дали карту, батлкрай, карта. Да хуя золото, не знаю, что с ним делать. Так, минус карта, карта. Думаю, Стасян, блядь, тяжелая ситуация. Это 5-6-4, то есть любая карта позолотится, мне окей. Тварь. Просто игру меня заруинил, блядь, возможно. Фулл фокус ёбнутый. Сейчас на экране фулл фокус ёбнутый. Всем удачи. Прикинь, позолотится райлок. Будет, блядь, будет не смешно. Так, монки есть, монки, ребят, монки. 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 Монки пошел. Монки живет. Монки живет! Живет, монки! Есть монки. Монки. Монки, блядь! Монки ректит просто, ректит монки. Пизда тычки, конечно. Блядь. Всем удачи, нахуй. Как же эту голду реализовать, сейчас сам не знаю. Тяжелая игра, пиздец. Финал убрать, что ли? Кайнала, нахуй. Ну Кайнала, дурак, блядь! Возьму на всякий случай. Могу позволить себе просто. Давай, едем, бля, едем, блядь. Крытые вагоны, блядь. Крытая мать у него, нахуй. Блядь. О май гад. Угу. 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 Пизда, тяжело, блядь. О май гад. Баланс покинул эти земли, блядь. Блядь, баланс покинул эти земли, нахуй. О май гад! Баланс покинул эти земли! Блядь, что такое? Что такое? Блядь. Блядь. О май гад. Крашнулась игра, блядь, Я в ахуе, игра крашнулась. Леночка в ахуе просто.
Жить просто, что происходит? 6 хп осталось, ёбаный, блять, в рот. В рот! Куда, блядь? Куда, нахуй? Щиточки. Щиточки, блядь. Щиточки. Щиточки, ребятки. Щиточки это нам надо. Не могу, не могу, бро, не могу засейвить никак. Не могу, Никок, не могу, блядь. На всякий случай, блядь. О май гад, блядь. О май гад. Всем вот, блядь, у меня Бран стоит в очке нафиг. Чупакабрики съебали слабака нищие. 4%. Блядь, да чё за хуйня? Блядь, сейчас ливну с игры просто, блядь. Меня лагает ХС. Блядь, мне ХС лагает, это пиздец. Это пиздец, ХС лагает. 4% на вылет там. Возможно, ну и все, блядь. Блядь, еще и музыка. Ну все лагает, блядь, дудосят. Сука, блядь. Как играть нафиг? Как играть нафиг, если такое невезение, блядь? Объясни нафиг. Блядь. Блядь. Я не могу его менять, чел, я не могу, потому что он атаку дает, я не могу его менять, он атаку дает. Не могу его менять, никак не могу. Я понимаю, типа, что он сильнее, но не могу его Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой, блядь! Ой-ой-ой, нахуй! Ну чё, крытые вагоны, блядь? Съебали отсюда? Бля, он Райлок это пробьет вообще, нет? Я там еще червячки остались, ребят, в жопе две штучки осталось еще.
было брать. Ну чё так долго, блядь? Можно как эту хуйню ускорить как-то, блядь? Логодром просто пиздец, ну реально. Я такого не помню, если что. Уйдь, блядь, сука, блядь, похуй. Пока так. Бля, жесть. И лемчиков не взял, типа. Похуй на них. Блять! Блять, дракон, скип. Блять, дракона, скип! Блять. Вот и все, долбоеба. Ебать заход, блядь. Пиздец. Ну чё, нищие андеды, съебали слабака? Блядь, ну дайте файт-то посмотреть хоть. Ну что за жесть, я не понимаю, блядь. Это Леночка закрывает игру, я не знаю, что происходит. Она лежит, кабель трогает справа, я вижу. А кабель оффает мне, блядь. У меня же летает игра, интернет лагает, музыка лагает. Ну чё такое? Ну это пиздец, раскрутка. Попозже, ладно? Солнышко мое хорошее, попозже чуть-чуть. Тут пиздец просто. Тут грязно. Тут Стасик делает грязь, ребята. Харцоли меня называли легендой элементалей. Теперь вы понимаете почему. В школе звали король лемов. Теперь очевидно почему, блядь, для всех. Королем и лемов был, ребят. Блять, места нету, пиздец. Нафиг, пиздец. Просто, блять, места нету, блять. Вот и все, долбоебы, вот и все. Вот и все, долбоебы. Ну, я видел, да. Ну, а что делать? Иногда чем-то приходится и жертвовать. Ёбаный в рот. Иногда чем-то приходится и жертвовать, ребят. Ничего не поделать. Я не успеваю просто это сделать, блядь. Я просто не успеваю это сделать, чел. Я не успеваю это сделать, чел, просто. Механизмы 3 смайлик кидает. Уже смирился с тем, что пизда ему. Смирился. Нищий, блядь.
Вот и все, долбоебы. Вот и все.